90-е — время свободы и надежд или эпоха криминала и насилия? Этот вопрос лег в основу выставки, которая прошла в Екатеринбургском музее советского быта, сделанного в СССР. В нескольких комнатах организаторы собрали все, с чем у них ассоциируется начало новейшей истории России. Санта-Барбара и Нана, магнитофоны, треники, верный ларек и братки с калашами. Вспоминается эпизод. Вот на улице я видел, как... Ну, что-то бандиты приставали к сантехникам. Сантехники шли с чемоданом, ну и тут какие-то братки. Видимо, что-то им не понравилось, они докапывались. Потом помню, как с машины продавали лук и приехали на девятки рэкетиры. Ну, для меня 90-е – это такой калейдоскоп эмоций, калейдоскоп чувств. Это карусели, когда ты то вниз спускаешься на самое дно, то поднимаешься вверх, и ты не можешь угадать, что будет завтра с тобой. Авторы проекта называют его смелым взглядом на события 90-х в стране победившего социализма. Для гостей выставки организовали интерактивное шоу с погружением в прошлое. Можно было не только пострелять холостыми, но и зависнуть в компьютере, сделать макияж и, конечно, оторваться на дискотеке.